И сегодня свою оценку призывам к несанкционированным акциям дала Генеральная прокуратура. Григорий Васильевич сообщил журналистам, что 5 кандидатам в президенты за такие действия вынесено официальное предупреждение. Лица, которые призывают выйти граждан на площадь, они выступают в качестве организаторов. И они, в общем-то, тем самым несут ответственность за возможные последствия, которые могут наступить в связи с проведением этой массовой акции. Речь может идти не только об административной ответственности, но и о более суровой, об уголовной ответственности. Хочу заметить, что как за рубежом, так и наше уголовное законодательство предусматривает весьма суровую ответственность за те действия, которые могут наступить в связи с проведением этих массовых акций.